Вернемся к основной теме лекций. Ну, у нас есть довольно много материалов о военных инженерах полковнике Константине Николаевиче Кудрявцеве и полковнике Евгении Павловиче Проценко. Ну вот они стоят, ну, грубо говоря, в последнем ряду. Вот Проценко, видно, такой офицер с усами, ну а да, это крайне слева, условно, в последнем ряду, а через одного человека, через Глеба Ивановича Надарова, вот офицер с пробором на две стороны, с такими усиками а-ля Кайзер Вильгельм, это Проценко. Вот они даже на фотографии стояли рядом, потому что они были друзьями. Ну, вот здесь, на этой фотографии, они уже видны крупнее. Евгений Павлович Проценко сидит в центре, а Константин Николаевич Кудрявцев в центре же стоит, в заднем ряду. Вот какими были наши герои. Итак, автор проекта и строитель форта номер один, полковник Кудрявцев, родился 9 мая 1881 года, происходил из потомственных дворян Курской губернии. По окончании первого московского кадетского корпуса императрицы Екатерины II 31 августа вступил в службу юнкером рядового звания, так как поступил в Николаевское инженерное училище. По окончании училища, по первому разряду в училище он учился 3 года. 13 августа 1901 года он был произведен в подпоручики с назначением в 15-й саперный батальон. 16 сентября подпоручик Кудрявцев прибыл к месту службы в Варшаву и был зачислен в саперный батальон и входящий в его состав военно-телеграфную роту. С 902 по 903 год он временно исполнял должность командира радиотелеграфной роты. Затем был переведен в первую роту, временно исполнял должность батальонного квартирмейстера, заведующего оружием и нестроевым отделением. Из инженерных саперных задач того времени следует отметить его командировку с 12 января по 2 февраля 1903 года для уничтожения ледяного затора на реке Висла. Ну, дело в том, что Висла река очень серьезная, а затор ледяной, естественно, угрожал наводнением. Ну вот саперы взрывали это все как могли. Ну и, конечно, надо отдать должное тому, что ему, конечно, повезло служить в хорошем месте. Ну, Варшава – это центр Варшавского военного округа, где располагалось чуть ли не до 40% военно-сухопутных сил Российской империи в те времена, до сухомлиновских реформ. Служить там было интересно, перспективно. Ну и сам город, конечно, тогда процветал. И культурная жизнь там была интересная. В общем, я думаю, скучно ему в Варшаве не было. Итак, после отбывания определенного срока службы в строю, выпускникам Николаевского инженерного училища, а равно как и других военных училищ Российской империи, было дано право поступать в какую-нибудь военную академию. Ну, кстати говоря, в инженерную академию поступали часто артиллеристы, общевойсковики, ну, как большую часть, все-таки это были, по большей части, это были саперные офицеры, желавшие получить полноценное инженерное образование. Итак, 25 июля 1903 года Кудрявцев отправился сдавать экзамены, и экзамены он эти успешно сдал. Ну вот перед зачислением его произвели в поручики за выслугу лет, а 7 октября 1903 года Константин Николаевич был зачислен в младший класс академии. Однако учился в академии он недолго, ибо добровольно прервал учебу для участия в русско-японской войне и 1 марта 1904 года был переведен во 2-й Восточно-Сибирский саперный батальон. Ну, уже 13 марта 1904 года он смог прибыть на театр военных действий. По тем временам, конечно, скорость очень большая. Он был командирован с 30 марта по 6 мая 1904 года в город
инкоу для производства инженерных работ. Затем он был командирован в распоряжении командующего Заамурским округом отдельного корпуса пограничной стражи генерал-лейтенанта Чичагова для устройства тет-депонов на железнодорожных мостах КВЖД. То есть вот средствами полевой полудолговременной фортификации, чтобы защитить ключевые стратегические точки китайско-восточной железной дороги. Ну, лекцию о Благаузах на КВЖД, наверное, помните. Ну вот, работы Кудрявцева предшествовали этим событиям. Затем ему удалось и повоевать. Он был откомандирован 13 сентября 1904 года в распоряжении генерал-майора Величко, который был генералом для поручений при командующем манчжурской армией. За отличие в делах против неприятеля он был награжден орденом Святого Станислава третьей степени с мечами и бантом. Ну вот орден с мечами, это было особенно почетно для офицеров. Давались эти самые мечи кардинам только за ведение боевых действий, там, где существовала реальная опасность пролития крови. Дальнейшее участие у него проходило в боевых действиях в рядах 5-го саперного батальона. Он находился в составе этого батальона при укреплениях и на позициях 5-го сибирского армейского корпуса у ряда китайских деревень. Затем участвовал в саперных работах этого же корпуса по обороне самых разных позиций. Участвовал в саперных работах при занятии 5-м корпусом укреплений на реке Хунхэ. 16 апреля он был награжден орденом Святой Анны третьей степени. До конца военных действий он участвовал в саперных работах при занятии корпусом Кайюаньской позиции и при занятии корпусом позиции на правом берегу реки Тайцзинхэ. По окончании войны 13 августа 1905 года Кудрявцева откомандировали обратно в Николаевскую инженерную академию. Ну вот интересно, что орден Святой Анны третьей степени у него был без мечей. Он его, кстати, очень любил носить, потому что его можно было носить просто вот на кителе, а не на шее, как у него. Ну вот здесь, кстати, у него на кителе, на фотографии виден орден Анны третьей степени. А более старшую Анну, которая у него была с мечами, с бантом, и которую надо было носить вот на горле, ну, как-то это не совсем было удобно в повседневной жизни. Это вот он только для особо торжественных фотографий применял. Ну, по-видимому, орден без мечей он как раз и получил за строительство тет-депонов на КВЖД. Значит, по итогам войны 16 октября 1905 года его наградили орденами Святого Станислава второй степени с мечами и Святой Анны второй степени с мечами. Довольно высокая награда. Его снова зачислили в младший класс Николаевской инженерной академии, а 15 октября перевели в старший класс. Ну, ученики старшего, ну, слушатели старшего класса Николаевской инженерной академии уже имели право носить значок инженерной академии, то есть считались как бы уже почти что военными инженерами. Они могли, закончив старший класс, не продолжать обучение в дополнительном классе, и все равно им были бы уже, они получали существенное преимущество по службе. И вот уже в старшем классе Николаевской инженерной академии в 1906 году Константин Николаевич женился на Марии Викторовне Корсак. Вот Мария Викторовна стоит в последнем ряду, вторая справа на этой фотографии. От этого брака родился сын Дмитрий в 1906 году и в 1912 году дочь, имени которой мы, к сожалению, не знаем. 1 октября 1907 года его произвели в штабс-капитаны по выслуге лет. В декабре 1907 года он окончил старший класс Николаевской инженерной академии, а 1 июня 1908 года дополнительный класс Николаевской инженерной академии с производством в капитаны за успехи в науках и с правом перевода в военные инженеры и с переводом в родной 15-й саперный батальон. 8 октября 1908 года Кудрявцев прибыл после отпуска в свой батальон в Варшаву и был зачислен в 4-ю роту. До 10-го года он исполнял различные должности в 4-й саперной бригаде, включая должность ктитора бригадной церкви. 11 февраля
1910 года капитан Кудрявцев был откомандирован в управление строителя Владивостокской крепости, куда он и прибыл из Варшавы 2 марта 1910 года. То есть служба в комфортабельном и престижном Варшавском военном округе у него закончилась, и он вернулся на Дальний Восток, впрочем, знакомый ему уже по военным действиям. Значит, он сразу стал исполнять обязанности производителя работ первого строительного участка, занимаясь проектированием и строительством форта номер один. Его перевели в корпус военных инженеров с назначением в распоряжение начальника инженеров Тифлисского военного округа, но при этом он оставался во Владивостоке на прежней должности. Затем он был назначен помощником начальника хозяйственного отделения управления строителя Владивостокской крепости, но с исполнением должности производителя работ первого участка. И только 1 мая 2011 года он стал окончательно был назначен производителем работ первого строительного участка, когда строительство форта по его проекту и под его руководством шло полным ходом. Итак, 20 июля 2010 года на заседании Владивостокской крепостной распорядительной комиссии был заслушан доклад капитана Кудрявцева о проекте форта номер один. Комиссия высказала ряд замечаний, в том числе относительно расположения дополнительного люнета на вершине горы. Ну, насколько я помню, вот мне посчастливилось видеть вот подлинный чертеж, тот самый, который вот был на обсуждении. Был он весь ужасно исчеркан красной тушью. Сектора стрельбы отдельных казематированных сооружений были немножечко изменены. То есть, в общем-то, критика проекта была серьезная, но основные проектные решения форта номер один, тем не менее, остались без изменений. 29 августа 2010 года Константин Николаевич представил уже окончательный проект форта номер один, и его утвердили. Ну, помимо строительства форта номер один, Кудрявцев делал много разных и других работ по поручениям помощника строителя Владивостокской крепости по работам на полуострове Муравьева-Амурского полковника Шошина. И в частности, по персональным указаниям Шошина, Кудрявцев разработал типовой проект жилого дома повышенной комфортности для начальника строительного участка, и такие дома были построены в городках строителей крепости всех фортов, причем не только на материке, но и на русском острове. Вот я не поленюсь процитировать, как рассказывает Унтербергер об этом эпизоде. Ну вот, Унтербергер пишет: «Здесь мы узнали нашего непосредственного начальника, полковника Шошина, с новой стороны. Он придерживался точки зрения, что образованный человек, который вынужден был жить в более часа езды от города, практически в дикой местности, мог претендовать для себя и для своей семьи на больший комфорт и удобство, чем тот, который живет в городе в обществе людей. Он отказывался признавать для нас нормы офицерских квартир и уполномочил Костю Кудрявцева подготовить для нас проект жилого дома по его персональным указаниям. Костя с воодушевлением принялся за дело, и таким образом получилось, что мы стали обладателями настоящего маленького усадебного дома из 8 комнат, не считая ванной комнаты и кухни. Вход был расположен посреди короткой стороны и вел через выступ постройки, который имел двери, обшитые войлоком снаружи и изнутри, в маленький холл, в котором висели пальто. Из этого холла три двери вели налево в гостиную, направо в кабинет и прямо в столовую, из которой дверь вела в коридор, находившийся в середине дома и идущий до самого конца его, освещенный через окно в лежащей напротив входа короткой стене». Ну и так далее. Позже в конце коридора под полом умудрились сделать еще погреб, в котором могли храниться картофель, мука, квашеная капуста, соленые огурцы и тому подобное, что каждая хозяйка дома в России считала своим долгом заготовлять в течение лета, а также различные виды варений в скобочках консервированных ягод. Это для немцев Унтербергер сделал пояснение, что такое варенье. В 1911 году Кудрявцев и Проценко на конкурсной основе представили типовые проекты тоннельных погребов, но предпочтение было отдано проекту Проценко. В 2013 году Кудрявцев, Торопов и Шошин разработали типовой проект двойного кофра для Владивостокской крепости с учетом данных березанских опытов и сведений о германской 420-мм гаубице. По этому проекту построили
двойной кофр на форту номер 6, это самый мощный, наверное, двойной кофр во Владивостокской крепости, ну, не считая унтербергеровского, нетипового монстра трехэтажного, и начали строить двойной кофр на форту номер 9, но не завершили. Итак, что же получилось с этими домами? Вот как вспоминает унтербергер. Я испробовал все, чтобы на стройке, чтобы дом на строительном участке был закончен вовремя. Мы назначили венчание, ну, Унтербергер тогда женился, на 9 декабря, и дом должен быть готов к первому, во что бы то ни стало. Костя уже переехал несколько раньше, к большому удовольствию его жены, прибывшей незадолго до этого и жившей в городе у знакомых на сундуках. Мне это тоже действительно удалось, переехать в мое жилище 1 декабря. Правда, дом был только возведен, еще без отделки, так как деревянное строение было невозможно сразу оштукатурить внутри и снаружи, пока оно правильно не осядет. Однако мы получили разрешение Шошина на первый год обшить стены картоном и обклеить дешевыми обоями, чтобы наши жены въехали в жизнь, жить в приличные комнаты. Пока, однако, только его половину, ту самую, которую только что застеклили. Пол покрыл иней в палец толщиной, и первые работы внутри там были проведены так, что дополнительно к постоянно топящимся домашним печам были установлены еще и железные вспомогательные, чтобы прогреть стены. Костя в то время составил чертеж, основанный на большой тщательности в расчетах и точности в разработке печей, так как мы это учили в академии. Каждому кирпичику он определил свое место с любовью и вниманием. Все это я теперь объяснил Ивану Павловичу, это десятник, и дал понять, что мне бы хотелось, чтобы это было сделано именно так. Он долго смотрел на чертеж со всех сторон и молчал. Мне закралось подозрение. «Ну говорите скорее, Иван Павлович, что случилось?» «Господин капитан, эти печи не будут тянуть». «Что значит не будут тянуть?» – оторопел я. Капитан Кудрявцев вычислил все с точностью и тщательностью, насколько это было возможно. С чего это они не будут тянуть? «Почему? Я не знаю, господин капитан, но я знаю, что тянуть они не будут», – настаивал он. «Я принял героическое решение». «А что бы вы сделали, чтобы они хорошо тянули?» – спросил я. «Я пригласил бы хорошего печника и пообещал бы ему 3 рубля на выпивку, если печи будут хорошими», – недолго думая, сказал он. «Размер-то правильный, но дымоход уступает тем, что любят хорошие мастера», – сделал вывод он. «После этого я думал недолго. Так и сделайте», – сказал я. Так и было сделано, и печи тянули, и дома было тепло. А вот что же случилось в доме у самого Кудрявцева с печами? Вот как об этом вспоминает сам Унтербергер. Он вспоминал, что Константин Николаевич был его лучшим другом в течение службы во Владивостоке, и так писал о его жене. «Как только мы обустроились, мы начали устанавливать связь с семьями моих коллег, которые составляли наше ближайшее окружение, и, естественно, сначала с Кудрявцевым. Мария Викторовна, жена Кости, была очень симпатично выглядящей маленькой брюнеткой, с круглым лицом, живыми карими глазами и пухлым милым ротиком, темпераментная, веселая, остроумная. Она была интереснейшей собеседницей. Если она и не обладала превосходным умом своего мужа, то она все-таки была по-своему развита, образована и обладала живым умом. Она не была первоклассной домохозяйкой, к этому ей не доставало склонности и интереса. И она уступала своему мужу где только могла, оставаясь ему, однако, верной и любящей спутницей. Со слезящимися глазами, насморком и промерзшие пришли они оба к нам в первый раз. «Боже мой, — сказала Мария Викторовна, — как же у вас тепло! У нас ледяной холод, а все печи коптят как бешеные. Я сижу на шубе и едва могу различить мебель в комнате». «Это верно», — выдал Костя, — «проклятые печи у нас совершенно не тянут. Воняет, как в коптильной камере, а все окна покрыты льдом. Какого дьявола, они у тебя тянут, а у меня нет?» Я сказал ему. Он ошарашенно уставился на меня. «Ты просто отдал все это на откуп печнику? Ты что, совсем не испытываешь доверия к науке?» «Меньше, чем к опыту Ивана Павловича», — сказал я. Он рассмеялся с досадой. «Знаешь что?» — сказал наконец он. «Я полагаю, что я сделаю так же. Я больше не хочу сидеть в прокуренном леднике во время науки. Одна я просто не знал, что мне делать, а этот выход совершенно не приходил мне на ум. С тех пор его печи тоже тянули».
Ну, еще один интересный эпизод, он мне напомнил несчастный случай, который случился на мосту, на строительстве моста через Русский остров. Помните, синий домик там унесло, улетел на Новосельцевскую батарею. Вот что-то подобное, только без человеческих жертв, имело место быть на форту номер 2. И тоже вот как на это по-дружески реагировал Кудрявцев. Совсем другого сорта был шторм, который посетил нас к Рождеству. И наша высота была особенно подвержена тогда, когда им этим штормам была подвержена тогда, когда северо-западный ветер проносился почти точно вдоль долины Седанки, чтобы затем сжатый и усиленный со всей силой попасть к нам. Хотя наш дом был в некоторой степени защищен вершиной, все же отдельные порывы ветра были такой силы, что миллиметровый камушек смог пробить оконное стекло в столовой. Дыра была маленькая и круглой, как если бы это было сделано пулей, выпущенной из малокалиберной винтовки с огромной огневой силой. Стоять прямо, не держась за что-нибудь, было невозможно. Все, что не было очень прочно, летало вокруг в воздухе, как воробьи. На вершину высоты никто не осмеливался выходить. Все спокойно сидели дома и выжидали. Тогда я, к своему удивлению, услышал, как звонит телефон, в котором я услышал голос Кости, прерывающийся основательным хихиканьем. «Петя, если тебя интересует, где находится крыша твоего цементного сарая, я могу тебе это сказать. Она лежит аккурат вся целиком перед моим фортом на встречной, где ты и можешь ее забрать, когда захочешь. Караул я там поставил». Так и произошло. Целиком крыша моего сарая составляла 30 на 70 футов по площади основания и была поднята штормом в воздух и перенесена на расстояние 3 километра в долину встречной и там депонировалась. Стены не улетели, ибо были подперты тяжелыми бочками с цементом. Ну, у моих плотников в то время не было избытка работы, и поэтому продолжалось сие недолго, пока сарай не был приведен в исправность. Естественно, что стропильные фермы после ремонта при помощи тяжелых железных скоб были прикреплены к стенным опорам. 21 февраля 2013 года Константину Николаевичу пожаловали медаль 300-летия дома Романовых. 9 июня его 2013 года его окончательно перевели на службу управления строителя Владивостокской крепости. 6 декабря 2013 года последовало производство Константина Николаевича в подполковники. После начала Первой мировой войны Кудрявцев добился отправки в действующую армию. Ну, значит, вот Константин Николаевич Кудрявцев сидит справа. Справа, да, ну здесь они все в один ряд, поэтому тут вполне понятно, кто он и где он. Вот его сын Дима, и рядом с ним его супруга Мария Викторовна. Ну, там же сидит Евгений Павлович Проценко со своей женой Мартой Ивановной, и рядом сидит, вот наш пострел везде поспел, Жоржик Унтербергер с надписью «Аскольд» на бескозырке. Значит, после начала Первой мировой войны Кудрявцев отправился в действующую армию. Уже 29 июля 2014 года он был отозван в Петроград в распоряжении Главного военно-технического управления. 1 августа сдал должность и 5 августа отбыл в Петроград. Он был корпусным инженером почти всю мировую войну 5-го сибирского армейского корпуса, судя по всему, того самого, в рядах которого он воевал в русско-японскую войну. 6 декабря 2016 года его произвели в полковники. С апреля 17 по ноябрь 17 Кудрявцев был также командиром 3-го сибирского инженерного полка. В ноябре 17 года он был избран корпусным инженером 5-го сибирского армейского корпуса. Он был награжден в декабре 14 года орденом Святого Владимира 4-й степени за заслуги в строительстве Владивостокской крепости. А 5 октября 17 года уже при временном правительстве он был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами и бантом. В годы Гражданской войны он был участником Белого движения. Числился он в составе Владивостокского крепостного инженерного управления. Но где он воевал, у нас, в общем-то, сведений нет. Известно, что
После, в 20-м году он эмигрировал в Югославию, где, будучи незаурядным архитектором, занимался инженерно-строительной деятельностью. Он прошел нострификацию инженерного диплома в Белградском политехническом институте, ну, то есть подтвердил свою квалификацию инженера именно вот по законам той страны, в которой он работал. А его сын Дмитрий получил там высшее образование. Дальнейшая судьба семьи Кудрявцевых нам, к сожалению, неизвестна. Ну, немножко иная ситуация с военным инженером, полковником Евгением Павловичем Проценко. Евгений Павлович Проценко, автор проекта и строитель форта номер 4, ну вот он второй слева на фотографии, автор типового проекта тоннельных погребов, а также строитель фортовой магистрали на участке, прилегавшей к форту номер 4, всегда привлекал наше внимание. Ну, форт номер 4 – это самый красивый в архитектурном отношении форт Владивостокской крепости. Дальше, участок дороги, примыкающий к форту, отделан гранитными столбиками колеса отбоя. Было понятно, что этот человек действительно любил строительное дело, был незаурядным архитектором, тонко чувствовал красоту. Мы очень долго не знали о нем практически ничего, не знали, как он выглядит, не были в курсе его личных качеств. Но вот материалы, которые мы добыли в самое последнее время, позволили проследить его путь уже до самого конца и идентифицировать его на групповом снимке владивостокских инженеров. Ну, Евгений Павлович Проценко происходил из дворян Харьковской губернии, был православного вероисповедания. Он родился 19 февраля 1877 года. По окончании курса в Полоцком кадетском корпусе 14 сентября 1994 года он поступил в Николаевское инженерное училище. По окончанию училища в 1896 году он был произведен в подпоручики и был назначен в Восточно-Сибирский саперный батальон в город Хабаровск. Он прибыл в 1897 году в марте в батальон, был зачислен в первую роту. Был назначен инструктором по обучению пехотных команд, при обучению саперному делу пехотинцев, прикомандированных от частей войск Приамурского военного округа. 15 мая 1997 года его перевели во вторую роту, и 1 марта 1998 года его прикомандировали к окружному инженерному академию. 1 августа 1900 года его произвели в подпоручики, а 20 августа 1909 года он отправился сдавать экзамены в Николаевскую инженерную академию. То есть Евгений Павлович Проценко был настоящим дальневосточным офицером. Вот службу свою он начал на Дальнем Востоке, воевал потом, здесь же строил. То есть вот это все его родное. По-видимому, он не добрал слегка проходной балл, поэтому он был зачислен в академию внештатным слушателем. И только 10 июня 1901 года был переведен в штатные слушатели. Тем не менее, он благополучно закончил академию, в том числе и ее старший класс, 10 октября 1902 года, и закончил эту академию со всеми инженерными правами, ему полагающимися. Значит, окончил он дополнительный класс академии с отличием и был произведен в штабс-капитана за отличные успехи в науках. 7 июня 1903 года Евгения Павловича Проценко переводят обратно в распоряжение начальника инженеров Приамурского военного округа. Ну а после начала русско-японской войны он оказался на театре военных действий. Он исполнял должность офицера для дела производства и поручений при управлении инспектора инженеров манжурской армии, но в штабе долго не засиделся и был назначен помощником корпусного инженера 1-го сибирского армейского корпуса. Он участвовал в боях при Дашичао, Хайчен, Ляоян, Мукден, при Янтайских копях, у реки Шахэ, на Сыпингайских позициях. Ну, все, кто хоть чуть-чуть знаком с историей русско-японской войны, понимают, что Евгений Павлович всегда, вот ему так повезло, был в самом пекле, в самых горячих местах, вот в ключевых местах сражений русско-японской войны. Значит, естественно, что в бою, что он получал ранение. Так, 17 августа 1904 года под Ляояном он получил удар шрапнелью в правую скуловую кость.
4 сентября 1904 года его наградили орденом Святой Анны 4 степени за храбрость. 14 октября 1904 года его ранили ружейной пулей в обе ноги на вылет. И за отличие в делах против японцев в ноябре 1904 года приказом главнокомандующего он был награжден орденами Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом. Причем приказом главнокомандующего от номером 119 его награждают тем же самым орденом за разновременные отличия в делах против японцев. Но на самом деле орденом-то его наградили только один раз, а изменили формулировку награждения. 27 ноября его наградили орденом 904 года Святой Анны 3 степени с мечами и бантом, и это были не последние его награды. 18 марта 1905 года за отличие в делах против японцев, ну, приказом по 2-й Манжурской армии, он был награжден орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами. 10 апреля 1905 года приказом командующего 2-й Манжурской армии он был награжден орденом Святой Анны 2-й степени с мечами. И в конечном он был произведен в капитаны в апреле 1905 года и в августе 1905 года за бои под, за февральские бои под деревней Сяохэнтунь и Тахэнтунь его наградили орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, очень высокой наградой для обер-офицера, что свидетельствовало о необычайном мужестве и высоком воинском мастерстве Евгения Павловича. Ну вот на парадной фотографии, которая вот была, сейчас я подкручу назад, вот этот Владимир 4-й степени с мечами и бантами как раз его украшает, такой же, как и у Ионова. Ну, по окончании русско-японской войны Проценко откомандировали в Санкт-Петербург. Ну, потом, в 1906 году, его назначили в распоряжение начальника инженеров Варшавского военного округа. Он был назначен в Варшавское крепостное инженерное управление, где и служил на разных должностях. Ну, служба в большом культурном европейском городе, каким была Варшава и в обустроенном крепости, была своего рода отдыхом за напряженные годы службы на Дальнем Востоке. Именно в это время Евгений Павлович женился на вдове губернского секретаря Марте Ивановне Гаделье и стал воспитывать пасынка, которому было в 12 году 10 лет. Ну, Марта Ивановна, вот она в первом самом ряду сидит, вот, попирая ногами шкуру тигра. То есть все вот здесь видно. Вот она же правее сидит, Евгений Павлович, вот на этой групповой фотографии, снятой в городке строителей 4-го форта. Ну вот сам Евгений Павлович на исторической майской съемке 1914 года. Ну вот, как видите, Анна 2-й степени с мечами у него как раз вот на горле. Это супруга военного инженера Кудрявцева Мария Викторовна, это с групповой фотографии. Ну, вот фотография, где мы тоже идентифицировали Кудрявцева, это немножко вернемся назад. Вот Яковлев стоит, значит, впереди сидит Кудрявцев, сзади стоит супруга военного инженера капитана Ионова, дальше Анна Ивановна Буйко и Екатерина Никифоровна Заглядимова. В общем, все действующие лица вот этой сценки удалось, в общем-то, идентифицировать. Ну, опять же, вернемся к Кудрявцеву. Мы обсуждали уже снимок этих друзей на фронте, Кудрявцев и Яковлев, корпусной инженер 5-го сибирского армейского корпуса и его помощник. Ну, и обсуждали некоторые странности в форменной одежде Константина Николаевича. Ну, повторяться я, наверное, не буду. Ну вот, Евгений Павлович Проценко на групповой фотографии. Вот его супруга. Вот Унтербергер сравнивал Проценко с картиной «Смеющийся кавалер». Как видите, действительно сходство имеет место быть.
Ну, удивительно вообще, вот остерный язык унтербергер, и насколько же точен. Ну, итак, вернемся к службе во Владивостоке. Ну, значит, в январе 2010 года Проценко был назначен на Владивостокское строительство, 2 марта 2010 года прибыл во Владивосток, назначен был производителем работ 4-го строительного участка и строил 4-й форт. Доложил свой проект на заседании крепостной распорядительной комиссии 5 августа. В целом проект был одобрен, а 24 августа проект был одобрен окончательно с мелкими замечаниями, после чего и началось строительство форта. В 2011 году Проценко разработал типовой проект тоннельного погреба, который послужил основой для постройки всех тоннельных погребов боезапаса Владивостокской крепости. Вот как вспоминал о Евгении Павловиче Проценко, его бывший коллега с форта номер 2, военный инженер, полковник Петр Павлович Унтербергер. Производителем работ на 4-м строительном участке был капитан Евгений Проценко, который принадлежал к гораздо более старшим инженерам. Он давно уже закончил академию, еще до того, как я туда поступил. У меня возникает чувство глубочайшего почтения и симпатии, когда я думаю об этом необычном офицере, которого теперь уже больше нет в живых. Он обладал всем, что нужно для того, чтобы причислить человеку к редкому виду истинных дворян. Офицер с головы до пят, лояльный, честный, благородный. Изысканное, спокойное, предупредительное поведение, безупречная манера, серьезный и верный долгу, остроумный, верный товарищ и редкий приятный начальник, который умел при всем своем авторитете поддерживать все же товарищеский дух. Весь и во всем очень редкий человек и типичный представитель русского барина, дворянин старой школы, который в любое время мог сравниться с лучшими представителями мирового дворянства всех народов. Не так легко проводить параллели между идеальными образами различных народов. Единое для всего человечества дворянские качества, такие как благородный образ мысли, великодушие, верность, храбрость и так далее, присущи им всем: английскому джентльмену, французскому кавалеру, рыцарю средневековья. Наличие несомненного великодушия во всем – вот что отличало барина от всех их. Джентльмен выбивается из этого сравнения, поскольку он принципиально должен быть богатым человеком. Барин может быть и бедным, но, несмотря на это, оставаться барином. С кавалером и рыцарем у него общее пренебрежение к богатству, однако от первого его отличает большая серьезность восприятия жизни, а от последнего – недостаток, выражающийся в фанатизме и непреклонном следовании принципам и догмам. Даже здесь барин сохраняет широту своего образа мысли, который руководствуется не буквой, а только духом. Настоящих баринов существует так же мало, как настоящих джентльменов или кавалеров, и зачастую эти типы ограничиваются только внешним поведением, не обладая при этом духовным сходством. Проценко же был одним из этих немногих. Ростом выше среднего, но не слишком, спокойного, стройного телосложения, с тонким лицом, темными, немножко волнистыми волосами, которые он расчесывал на подбор, и безупречно оформленными усами. Он напоминал в значительной степени тип, который Франц Хальс увековечил в своем смеющемся кавалере, если его перенести на русскую почву. Ну вот, можете убедиться, что оно действительно так. Оставался он и типичным русским, не имевшим в себе ничего западноевропейского. Гениальным он не был, однако в любом случае интеллектуально стоял выше среднего уровня. Он и Кудрявцев в течение следующих лет до Первой мировой войны были моими лучшими друзьями и оставались ими же в памяти навсегда. После революции они оба уехали в Сербию, где Проценко через несколько лет умер. Он никогда так и не понял, как найти себя внутри хозяйственной жизни. Нечистоплотная атмосфера, которая была ей присуща, всегда была глубоко противна его душе. И к этому было очевидно прибавлялось сопротивление его тела болезни, которая уводила и ослабляла его. Он был также одним из тех, кого больше не слышал этот мир. Про супругу Евгения Павловича, Марту Ивановну, Петр Павлович Унтербергер писал, что она была очень низкой, смуглой и, несомненно, имела цыганские корни, очень темпераментная, живая, остроумная и слишком озабоченная тем, как произвести впечатление. С блестящими черными, как уголь, глазами и такими же черными волосами, которые она всегда
чесывала ровно на пробор, жена его должно быть всюду привлекала внимание, хотя и не всегда такого свойства, как ей самой бы хотелось, поскольку утонченность правильной дамы из высших сфер не была ей свойственна. Она и пела цыганские песни, что имела обыкновенно делать с большим апломбом и преувеличенной экспрессией, и как раз поэтому упускала возможность вызвать правильное настроение. Она всегда пыталась произвести впечатление покладистой беззаботной натуре и скрывала под этой наружностью очень острой практической направленности ум и на самом деле холодный характер. Она была единственной из наших дам, кто разводил кур, чтобы при случае продать, что у всех нас встречало мало одобрения. Вот она. Значит, 25 марта Евгений Павлович Проценко был произведен в подполковники. Ну, естественно, раньше, чем его товарищи по службе. Числился он штаб-офицером Двинского крепостного инженерного управления, но по-прежнему оставался прикомандированным к управлению строителя Владивостокской крепости и исправлял должность производителя работ 4-го строительного участка. Это, вот, кстати говоря, кошмар для тех, кто пытается изучать персоналии только по спискам офицеров по старшинству. Могу сказать, что в отношении инженеров этот метод не работает на 100% абсолютно. То есть запутывало все в Российской империи касательно инженеров очень качественно. Проценко произнес ту самую знаменитую речь в декабре 2013 года, о которой я уже несколько раз говорил, и рассказ о которой я бы хотел сейчас процитировать. Итак, речь идет об чинопроизводстве молодых офицеров, подполковники. Проценко к тому времени уже был подполковником. Когда 6 декабря случился поздравительный звонок по телефону от Шошина, Северный фронт наполнился чувством ликования, что, безусловно, должно было создать несколько особенную атмосферу. Тогда было уже настолько холодно, что масштабные бетонные работы на открытом воздухе более не брались в расчет. И поэтому у нас было достаточно свободного времени, чтобы основательно попраздновать. Мы решили каждый вечер по очереди устраивать соответствующий обед на одном из фортов. И сразу же на следующий день начали с Кудрявцева на первом форту. Последовали незабываемые дни, полные радости и ликования. Эти переживания провели красную черту в жизни каждого из нас. Однако период света без тени оставил после себя мало определенных деталей, только теплое чувство минувшего счастья. Это был последний праздник, который по праву состоялся у Яковлева на форту номер 7, когда нашего совместного пребывания коснулось дыхания рока. Это был упоительный обед. Мы все были в лучшем настроении, и Яковлев превзошел себя в остроумном потоке из саркастических замечаний, которые принимались нами с большим удовольствием. Когда потом, наконец, было подано шампанское, которое обычно заменяет пунш на празднествах, по таким случаям поднялся процент. «Мои дорогие товарищи, — начал он, — мы празднуем здесь в последний раз возможность, которая лишь изредка встречается в человеческой жизни. Однако же, хоть одному из нас пришло на ум подумать о том, насколько велико счастье, которому мы собрались здесь радоваться, и как редко случается, что такое счастье выпадает на долю человека. Мы молоды, мы здоровы, у нас очаровательные жены, которых мы любим и уважаем, у нас есть работа, в которую мы вложили всю свою душу. И, наконец, мы достигли в молодые годы чина, который, как правило, заслуживают лишь значительно позже. Понятно ли вам, что мы сейчас, на этой неделе, в этом месяце, в этом году, прожили прекраснейший период нашей жизни, возможно, вообще самый прекрасный, возможно, более ни разу мы не будем так совершенно счастливы, как это есть сегодня. Позвольте не омрачать такими мыслями нашей радости, но позвольте также и поблагодарить судьбу, что она позволила прожить такие дни. Я не могу ручаться за точность слов, писал Унтербергер, но таков был смысл, и он высказал эту идею с глубоким чувством и честным убеждением. И в этот момент я ясно почувствовал, он прав, мой дорогой товарищ. Сейчас пик нашего жизненного счастья. Такими счастливыми, как сейчас, мы никогда не сможем быть и не будем. Напрасно я пытался сопротивляться этой идее, она не отступала, и она осталась, потому что она происходила из области необъяснимого, где обитает истина, которую мы с нашим разумом постичь не можем.
он остался сотни раз прав. Никогда более не были мы так счастливы, никогда более не достигало это чувство ничем не омраченного счастья такой головокружительной высоты, как в то время. Это была и осталась наивысшая точка моей жизни. В сентябре 2014 года Проценко отбыл на театр военных действий Первой мировой войны. Он был корпусным инженером 1-го сибирского армейского корпуса, затем исправлял должность начальника инженеров 10-й армии. 22 марта 2015 года его произвели в полковники за отличие. Высочайшим приказом от 30 августа 2015 года его наградили орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами. В 18 году Евгений Павлович Проценко служил в армии украинской державы гетмана Скоропадского, где был начальником учебно-научного отдела управления инспектора инженерных частей. После гражданской войны Евгений Павлович оказался в эмиграции в Югославии, где активно занимался инженерно-строительными работами. В частности, он строил дороги в Косово. Он состоял в Югославии членом Союза русских инженеров. Ну вот о жизни в Югославии немножечко писал Штоунтербергер. Ну, они с Проценко переписывались. Инженер Буйко был такой же, как и человек. Практичный, основательный, но не выдающийся. Он тоже после революции бежал в Сербию. Однако, в отличие от Кудрявцева и Проценко, с их идеалами и принципиальностью, которые жили бедно и с трудом перебивались, он приносил денег слишком, ибо тогда он отбросил в сторону тягостный балласт нашей неловкой честности и, по выражению одного из писем Кудрявцева, воровал как серб. Умер Евгений Павлович Проценко 3 июля 1931 года в Белграде, где был похоронен на новом кладбище, участок 90, место 136. Могила его сохранилась. Вот редкий случай в истории владивостокских инженеров. Ну вот, собственно говоря, наверное, на этом мы закончим цикл лекций, пока касающийся наших инженеров, потому что, ну вот, большая часть материалов, касающихся того, чего я рассказал, вот и опубликована в этой книге. Я успел прочитать эту лекцию до того, как книга попала в руки коллег. Ну и так, какие будут вопросы? Вопросов пока не будет. Ну хорошо, тогда давайте приступим к дележу добычи, разделу книг. Какие тут еще могут быть вопросы?